Кабуле убит губернатор провинции. Самоубийца взорвала бомбу, когда кортеж Абдулла Латифа Ашны направлялся в Кандагар. Злоумышленник врезался на мотоцикле в автомобиль чиновника. При этом сам Ашна погиб, а трое его телохранителей получили ранения. Когда я узнал о взрыве, то сразу отправился на место происшествия. Там я увидел убитого вице-губернатора и трех раненых охранников. Я сразу отвез их в больницу.